гол! Сборная России! И вот теперь я уверен, что это Евгений Кузнецов добился успеха. Сборная России выходит вперед под занавес второго периода. Андрей, ну давайте посмотрим. Тут, конечно, Телегин подержал шайбу, увидел, что Дадонов поедет за ворота. Дадонов так качнул в разные стороны соперника. Наброс на пятачок. И сейчас давайте все-таки посмотрим, кто. А да тут вообще в одно касание сыграли Телегин.